Спросите у учащихся 70-й школы города Ярославля, какой ваш любимый предмет? Они ответят вам: электротехника, физика, астрономия. Живо, увлекательно проводит занятия по этим дисциплинам учитель Виктор Георгиевич Беляйков. Но молодой педагог пользуется не меньшим авторитетом еще в одной области. Акробатика – давнишняя страсть Виктора Беляйкова, мастера спорта. Сейчас в его спортивной группе 60 юношей и девушек. Владимир Кожевников, Валерий Колбаков уже добились некоторых успехов. Первый юношеский разряд – это близкие подступы к званию мастера спорта. Герман Грачев уже завоевал это звание. Он выступает в паре со своим учителем. Сейчас они готовят новые упражнения к предстоящим соревнованиям.